Уверена, что каждому знакома боль в спине. Что-то тяжелое поднял, неудачно нагнулся или наоборот пересидел за компьютером. И вот уже боль в спине мешает жить. Неужели реально избавиться от нее навсегда? Мои сегодняшние гости докажут. Да, встречайте Евгения Баглык и Роман Медный. Здравствуйте, мои дорогие. Все-таки Евгения будет доказывать. Я здесь, так сказать, как пострадавший. Ты, чтобы убедиться, что эти упражнения могут быть эффективны. Да. Ну, странное сочетание, да? Инструктор по йоге и стилист. Хотя, Рома, наверное, боль в спине – это проблема, которая не считается ни с профессией, ни с возрастом. Мне кажется, это вообще проблема всех людей, которые много времени проводят за компьютером. И это проблема всех людей, которые пытаются резко начать заниматься спортом с большими перерывами. А давайте поинтересуемся и у моих гостей. Кто из вас хотя бы однажды в жизни испытывал боль в спине? Практически все. Жень, ну и ты подняла руку. Ну иногда бывает, но когда я стала заниматься йогой, конечно, теперь у меня все отлично со спиной. И я сегодня буду делиться этим с вами. Каким образом эти упражнения помогают при боли в спине? Когда мы вытягиваемся, во-первых, выравниваются позвонки, они становятся на место. Таким образом у нас проходят боли в спине. Также расслабляются мышцы, улучшается кровоток в позвоночнике. Мы чувствуем себя отлично, уходят зажатости, боли. Кстати, те, кто начинает заниматься йогой, бывает, что отмечают, что на 2 или на сантиметр становится выше. Это за счет того, что позвонки выровнялись, вытянулись. Вот я теперь поняла, для чего Рома пришел. Хочется еще вырасти. Кстати, я слышала, что многие болезни обусловлены как раз проблемами с позвоночником. Такая теория есть, и она действительно основана на реальных фактах. Практики східної медицини керуються правилом. У першу чергу лікувати хребет. Це пов'язано з тим, що у нього безліч нервових закінчень, які передають сигнали з головного мозку до внутрішніх органів і навпаки від органів до мозку. Від навантаження на спину хребці стискаються чи змінюють своє положення, і нерв потрапляє у пастку, яка заважає нормальній роботі всієї системи. Приміром, будь-які проблеми з грудним відділом хребта призведуть до хвороб легенів та серця. Крім того, зміщення в хребті ускладнює кровообіг і насичення киснем головного мозку. Інакше кажучи, навіть непомітні для людини зміни в хребті можуть спричинити погіршення зору та постійні головні болі. Та наш експерт знає, як цього уникнути. Итак, для того, чтобы нам ефективно сьогодні позаниматься, ми спочатку розомнемося. Це будуть у нас прості движення тазом в одну, в другу сторону, просто повращали, чтобы мы были готовы. У меня утро с этого начинается. Ты что ли обруч крутишь? Практически. Ну, я знаю, что Рома посещает спортзал. Это видно по его подтянутой фигуре. Но Рома делает большие перерывы, вот, к сожалению, из-за большой занятости. Не могу никак остановиться. Можно ли сочетать вот этот комплекс для здоровья позвоночника с упражнениями в спортзале, на тренажерах, любыми другими физическими нагрузками? Конечно, можно, даже нужно, Надя, потому что вообще есть два вида боли в спине. Это периодические боли, это как раз, которые обусловлены вот излишней физической нагрузкой, долгим сидением и так далее. И есть хронические боли, которые возникают уже при длительных этих вот негативных факторах, которые потом вызывают грыжи, смещения и так далее. И такие упражнения, они помогут избавиться от периодических болей и предотвратить появление хронической боли. Мы готовы приступить к первому упражнению. Для этого мы должны лечь на коврик. Руки мы положили в стороны. Ноги сгибаем в коленках. И теперь мы будем вытягивать поясницу. Аккуратно, очень плавно опускаем коленки в правую сторону. И возвращаем. А вот я захрустел, это нормальное состояние? Это абсолютно нормально, это значит, что твои позвонки становятся на место. Только если вы выполняете упражнение и хруст есть, тогда все хорошо. Если же хруст просто в обычном состоянии, тогда нужно уже что-то предпринимать. Мы делаем вдох, на выдохе опускаем коленки влево. Кстати, у меня тоже проблемы всегда. И возвращаем назад. При этом мы должны лопатки плотно прижимать к полу. У нас отрывается только поясница, потому что мы ее тянем. Таких оборотов мы можем сделать в каждую сторону по 5 раз, чтобы хорошо вытянуть нашу поясницу. Теперь следующее упражнение, мы становимся. Ноги у нас на ширине плечей. Теперь их сгибаем в коленках, опустились и руками уперлись. Корпус чуть подали вперед. Теперь мы будем вытягивать всю спину и расслаблять мышцы спины. Мы делаем вдох и на выдохе плечо разворачиваем к центру, в сторону. И выдох, и в другую сторону. Развернулись и в исходное положение. Здесь мы должны ощутить, как широчайшие мышцы нашей спины расслабляются. И весь позвоночник у нас вытягивается. Но меня всегда удивляло на занятиях йогой, что сперва скажут «встаньте в букву ЗЮ», а потом «расслабьтесь».
Как можно расслабиться, если ты напрягся? Может быть, ты объяснишь? Ну, ты знаешь, все упражнения йоги, их нужно выполнять неспешно, плавно и хорошо прислушиваться к своему организму. Теперь следующее упражнение у нас называется поза верблюда. О, мое любимое. Мы опускаемся на коленки. И теперь мы стараемся прогнуться в грудном отделе, то есть лопатки свести и вытянуться назад. Для чего это нужно? Чтобы нам вытянуть именно вот грудной отдел. То есть мы уже поработали с поясницей, теперь грудной отдел на очереди. Мы прогибаемся назад, стараемся руками аккуратно дотянуться до наших пяточек. Глядя на вас, я понимаю, почему верблюд-то я такая. Здесь нужно делать очень плавно, не торопимся. Если мы не достаем до пяток, это со временем произойдет. Хорошо вытянулись, задержались. И плавно возвращаемся назад. И теперь следующее упражнение. Опять встаем. А сколько раз верблюдом надо побыть? 5-10 раз. Опять садимся. Упражнение называется поза винта. У нас правая нога прямая, левую мы согнули в коленке и поставили накрест за ногу. Да. Теперь мы взяли за коленко и разворачиваемся в левую сторону. И стараемся развернуться посильнее. Мы за макушку должны вытягиваться вверх. На руку мы не наваливаемся, у нас рука только для равновесия. Мы здесь тоже скручиваемся, расслабляем и вытягиваем весь позвоночник, всю спину, все мышцы спины. И теперь возвращаемся. И в другую сторону тоже. Заметьте, что скручивание мы всегда делаем в обе стороны. Сначала в одну, потом в другую, чтобы было все равномерно. И точно так же. Развернулись. Скрутимся в одну сторону, как винты. И возвращаемся. Вот, в принципе, весь наш комплекс очень просто, очень эффективно. И могут сделать абсолютно все. Угу. Насколько регулярно это нужно делать? Это каждый день, это утром, вечером? Ну, хотя бы 3 раза в неделю. Но если есть такое желание, можно делать и каждый день. И, конечно же, это помогает еще как скорая помощь. То есть, если вот внезапно начала болеть спина, долго ходили там на каблуках или долго тренировались, сделали, и у нас спина сразу проходит. Вы ощутили вообще легкость? Да, да, да. Супер. Всего 15 минут в день, и вы забудете о боли в спине. И пусть ваша спина будет здоровой.